Итак, ребята, всем привет, мы с вами продолжаем проходить Assassin's Creed Odyssey. Серия получилась на полчаса, потому что, ну, типа, мне надо просто успеть записать вам на неделю. Вот. Еще это... О! Лошадка тут отлично просто. Давайте-ка мы с вами синхронизируем точку обзора. Уничтожьте. Так, убежище Афродиты. Мы можем синхронизироваться. Есть еще от 200 метров от нас. Люди приезжают сюда поклониться Афродите. Блин, шеги. Ну хотя я так и планировал, потому что чтобы надо же как-то перелезть, так что. На коле никак. Здесь вообще никак. Ну, прыгни хотя бы здесь. Петроп! Вижу ее! Теперь да не сбежишь! О, господи. Залезть не может. Может, прыгивай. Господи, из-за этих колев, что ли, она не может. Что ты наделал? Ты убил моего сына! Парадоксот, Атон! Фигуме!
канале Каре. Горечь утраты. 37-й, остров Кетира. Потом еще бухта Скандия можно посмотреть там. Изучать местность. Фу, ну и вонь. Почему дорогая краска так пахнет? Мистия? Ты будешь наказан за то, что сделал. Я не убивал твоего сына, клянусь! Боги прислали тебя помочь мне, да? Преступник понесет наказание. Скажи, что делать. Немезида услышала меня. В чем дело? Моего сына убили на складе Мурексов, раскроив ему череп. Это правитель Китеры! Они поругались на складе! Тогда почему ты не вмешался, лжец? Ступай на склад и выясни, кто убил моего сына! Нужно свершить правосудие. Убийца будет наказан. Есть доказательства против правителя Китеры? Твой сын ошивался возле его дочерей, всех четверых. Дочерей? Я предупреждал его. Говорил, что правитель – опасный человек. Он был ослеплен их богатством. Их подарки для него до сих пор в крепости. Не понял, это один вопрос, зачем? Ладно. Где находится склад? В дальнем конце гавани! Там все залито кровью! Я отправлюсь на склад и осмотрюсь. Выясни, кто убийца, Мистия. А я присмотрю за этим Малакой. Я ни при чем, вот увидишь! Вроде я на месте. С виду браслет дорогой. Один из подарков дочерей? Или попытка очернить их отца? Был найден окровавленный браслет, окей. Крови мало. Ему проломили голову тупым оружием. Орудие убийства. Тяжелое, запекшейся крови. Этот человечек не поднял бы такой вес.
Что, что ли? Что за бред? Я, отца убитого, отфу. А убийцу найти, что-то я не понял вообще. Ладно. Что ты нашла, Мистия? Я обыскала склад и нашла золотой браслет и табличку, запятнанную кровью. Вот, я же говорил, что ты найдешь подарки. Это ничего не значит. Что еще за табличка? Табличка? Я впервые слышу о ней. Мистия, скажи, кто убийца? Этот червь или правитель Кетеры? Да, думаю, это правитель Кетеры, но не может быть такого. Если правитель и правда силен, только он мог поднять такую тяжелую табличку. Этот худосочный вор не смог бы как следует замахнуться. Убей правителя Кетеры. Деньги получишь, когда он испустит дух. И пусть его смерть будет мучительной. Непременно. Ты вернула мне доброе имя. Убейте предварителя Кетеры. Вообще, мы могли бы сказать, что гад убить того чувака и все, и закрыть квест, значит. Метров находят. Не подходи ближе! Стой, где стоишь! Будь начеку! Ты умрешь быстро! Опа! Вперед! Надо попробовать его убить, конечно. Потому что он слабее, по ходу дела. Они прилично наносят. Нашел! Вот она! Ну, я потратил только одну попытку. Не может быть! Наверное, это двойник! Я ухожу отсюда.
нашел кто-нибудь! Можно, кстати, сражение пополнять тоже как. Будет награда. Но очень интересно все-таки вот. Сейчас я посмотрю секунду. 37-й левел и при этом 40-й. Вот это шикарно, конечно. Шикарный геймплей, шикарная игруха вообще. Ну типа, блин, это хромает 40-го уровня, а задание 37-го. Очень хромает вот тут вот этот баланс данной миссии. Ну просто хромает тут очень, хромает сильно. Давайте бог среди людей выполнил хоть что ли. Ну блин, серьезно. Баланс в Одиссее нафиг. Вообще хорош. Идеальный, просто идеальный баланс в Одиссее. Ну сейчас 38-го левела, короче, достигнем. И мы сможем, в принципе, это задание выполнить. Но, блин. Капец, просто не... Не сбалансировано ничего. Баланс просто отсутствует. Что здесь происходит? Хвала Эмпидоклу, Мистия! Я не опасен, в отличие от этих жриц. Помоги, мой бог велик и богат! Его бог Малака, оскверняющий святую землю Афродиты. Жрицы справятся без тебя. Богат, значит? О, да! Эмпидокл вознаграждает по заслугам. Эти жрицы заточили его в крепости. Он бог и достоин поклонения. Тебе угрожает толпа, но ты хочешь, чтобы я спасла его, а не тебя. Твоя вера сильна. Лишь Эмпидокл может привести нас к своим братьям и сестрам на Олимп. Он намного важнее скромного слуги. Ты ведь не собираешься помогать этим безумцам? Это против воли Афродиты. Если их устами говорит Афродита, тогда моими все три головы Цербера. Пора спасать бога. Наверное. Как знаешь, Мистия, но даже ты не можешь быть в двух местах разом. Не страшно. Хочешь узнать еще что-нибудь? Где найти твоего бога? Его держат в гавани Скандея в одной клетке со скотом. Это позорно для любого бога, а для того, кто не ест мясо, позорно вдвойне. Так. А как я его узнаю? Возможно, там держат и других. Стражники его раздели. Но узрев дар Эмпидокла, ты перестанешь сомневаться в его божественности. Какой дар? Скажем так, поймешь, когда его увидишь.
Мне все ясно. Я вызволю Эмпедокла. За меня не беспокойся! Вот он где. Эмпедокл поведет нас навстречу богам. Он знает путь. А что? А Мекка где? А вот мы. Крепость Муракс. Нужно действовать осторожно. Я пока на корабль не надо. Стой! Тебе сюда нельзя! Видите, жалкие смертные? Меня, Эмпедокла, не удержать в клетке! Поклонитесь, и я приведу вас... к богам! Не нужно крови, но те, кто последует за мной, я представлю братьям и сестрам богам. О, этот хоть не тупит. Убежал сразу. Молодец. Лучше спрячьте клетки. Не троньте божественную мошонку. Да, убежал. Смотрите же, смертные! Узрите мой божественный дар и внемлите мне! Вот этот чел убежал сразу. Пересмотрите шорт. Проблема с NPC? Этот чел просто убежал сразу. Молодец, красавчик. Уважение. Просто взял да убежал. Смотрите же, смертные! А? Узрите мой божественный дар и внемлите мне! 10 000 урона, офигеть! Господи, серьезно, женщина? Вам-то чего надо? Всё. Так, я бы откупился. Всё. Вот этот сразу убежал. Просто пересмотрите шорт проблемы с NPC, и вы поймете, о чем я говорю. Не нужно меня благодарить. Вполне хватит звонкой монеты. Что такая наглая? Мне! Тебя! Здесь! И без зрителей! Нет, дорогая. Так не пойдет. Нашему спектаклю не хватает самого важного — зрителей. Встретимся у моей статуи, там и поговорим. Поехали. Я нафига было садиться... в этой... на лошадь. Всего пара шагов. Там, откуда я пришел, все по-другому. Людей не убивают за их веру. Их уважают. Мы уважаем богов, а не тех, кто мнит себя богами. Мир полон вражды, но и любви тоже. Примите ее, примите меня.
И тогда я представлю вас своей семье. Богам. Ладно, проиграем. При мне Эмпедокл рисковал самым ценным. Он шел по лагерю обнаженным и шел без страха. В этом человеке определенно что-то есть. Здесь у тебя нет друзей. Дружба с Богом куда лучше. Спасибо за помощь, Мистия. В будущем культу Эмпедокла не помешают такие люди, как ты. И труд богов не бесплатен. Конечно. На что еще мне тратить деньги? На одежду? Одежда была бы кстати. Ты боишься моего естества. Но нам нужно обсудить кое-что еще. Помогу. Часто ли выпадает шанс помочь богу? Такому, как я? Никогда. Идем, воительница. Нужно поговорить. Но сперва... Богом краткости тебя не назовешь. Статуя страшно на меня похожа, правда? Страшно, это верно. Нужна помощь? Богам ни к чему помощь! Но все же... У меня трудности с братьями и сестрами. С богами? Семейные дела. Когда я прибыл в Китеру, меня бросили в темницу за мою веру. Украли лиловые одежды, и с ними очень ценный диск. Ключ от семейного дома. И ты хочешь вернуть его? Еще бы. Диск — это ключ. Ключ, что отворяет двери к самим богам. Этот диск нужно вернуть мне. Ты сказал, вор перехватил тебя в гавани? Ты знаешь, где он сейчас? Чаще всего он и его стражи грабят тех, кто только прибыл в Китеру. Поищи возле гавани. Боги не стали бы защищать себя при помощи запертой двери. Ты бы видела эту дверь, Мистия. Людям не под силу создать такую красоту. И мои братья, сестры. И я слышу, как они зовут меня домой. Расскажи мне про своих братьев и сестер, Эмпедокл. Они любят меня. Ну, вздорны. Изгнали за то, что я ел ягненка. Но, если честно, ягненок стоил того. Боги никого не ждут. С терпением у нас плохо, да. Поможешь? Похоже, диск важен. Найду вора и верну твою пропажу. Да блин. Нашла. Ё-моё, сколько людей тут. Так. Чё, тот же уровень или как? В смысле... Вот. Вогнать в краску. 37-й, да. Нормально. Ты
Эта краска воняет, как гнилые пёсьи кишки. Но я выгляжу как бог. Сдохни! Это. Хватит, птица! Прощайся с жизнью! Так, стоп. Фото дошли. Виа пьеде. Пурпурные наручи. Окей. О, какая походка. И уверенность. Не зная обратного, решил бы, что в Китере два бога. Я нашла диск. Хвала мне! Я направлял твою руку! Конечно. Встретимся с богами. Я познакомлю тебя с семьей. Конечно, если ты готова к этому. Будет интересно. В этом, милая Мисти, можешь даже не сомневаться. Минутку, я обращусь к зрителям. Ликуйте, ведь я, ваш скромный бог, познакомлю вас со своей роднёй. Афина ждёт тебя. Арес хочет увидеть тебя. Много обещаешь. Не веришь мне? Ты несёшь радость своим последователям. Я вознагражу их за верность. И тебя тоже. Наша цель — Каринфский залив и все его тайны. Встретимся там, и ты все увидишь. Там вся твоя родня? Жду не дождусь. Ну что? А, бля, не хватает все еще. Так, откупаемся. Опа, лестница к Олимпу. Ха! Не думал, что тут есть еще одно задание. Ну чё, пойдем выполнять тогда. Я серьезно не видел этого задания. Только чуть позже увидел. Так. Где? Угу. Остров Физбы. Сюда нам. Ну, а значит, мы с вами переместимся, наверное... Вот сюда вот. Пристанище Яноса. И... доберемся до... места. Но... давайте я перемещусь туда, заберу до туда, до записи. Я такой сижу, думаю, хорошо, что я увидел задание. Так, вот мы подплываем уже к месту. До пещеры. Подплываю, точнее, к пещере. Там еще там квесты, отлично. Как будет возможность, мы его возьмем. Готовь весла! Возвращайся, как сможешь, капитан!
Кстати, это вот такая цензура. Если вы понимаете, о чем я. Блин, похоже, мы в этом трамвере еле поплывем против течения. Забытый остров. Подожди, это не тот случай... Это не то ли место, где мы с вами... Да нет, это другое. Это другое. На самом-то деле это другое. Ладно. Или нет? Поговорите с Эмпидоклом. Копье адепта культа. Это не из нашего мира. Нет! Видишь, они здесь! Боги, боги здесь! За этой дверью! Слушай. Не хотел так надолго пропадать. Китер, это... Ну, если ищете, куда бы еще наслать чуму. Я ожидала совсем не этого. Маскировка, моя дорогая. Всего лишь маскировка, чтобы отвадить тех, кто ищет славы. А? Тоже слышишь? Там что-то есть. И, судя по шуму, оно в два или три раза больше человека. Быстрее используй диск. Открой дверь. Нас ждут внутри. Я готова. Что бы там ни было. Мои братья и сестры! Откройте двери Олимпа. Или подожди, это тоже сюжетно, что ли, получается? Да? Вот оно! Царство Вечности! Обитель богов! Создатели Вселенной! Протяните могучие руки! Возьмите меня на... Малак. Стоп, 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 стоп. Невероятно. Вид недовольный. Попробуем подбодрить. Долго.
это. А как понять, что он атакует? Когда мне надо вот понять? И... Прям, но... Как это имеет отношение к основному сюжету, я понять не могу пока. Недовольный? Попробуем подбодрить. Давайте прямо в голову. Шут его, наверное. Долго будет. Громадный. Вторая попытка уже будет. Уклонился, ну что тут добили? Вот и поймёшь, что когда он атакует. Блин, надо отходить от его ног. Блин, жёстко вообще. Если что, вы можете прочесть это.
поняли, да? Но, блин. Я еще при этом склониться не успел, ну да. Жесть. Что стало-то? Не, ну реально. Как это было вообще, я не понял. А это в гвардик. Ну, в общем, вы что-то поняли, но это просто... О, вовремя включили чудо-пись-то, оказывается. Циклоп, ты еще и по... разумным стал, что ли? Ну давай, вторая стадия. Как ты будешь сражаться со мной теперь? Вау. Вторая стадия у него, что вы хотели? Я вроде уклонил, а итога... Какой? Пипец какой-то. Ты чё? Я нажал на... Ему пофигу, либо он просто не попадает под огнепад. Потный бот, я вам скажу. Тихо мне. Вот и вот фиолетово, похоже, на этот огнепад, да? Вообще фиолетово. О-о-о. Ну, как-то тебя... Усиливается. Или что делает, не знаю. На камне пошпорт. Ломаю. Не то, что мне. Но это плохо, то, что ему пофигу на камне пар. Он в воздухе стоит. Теперь. Что происходит? Ребята. Он в воздухе. А, вот это нормально. Ну что ты лежишь, блядь?
О. Знаете, я лучше подожду, пока у меня хп-шка восстановится. Пускай ходит за мной. Отлично. Успел восстановить. Продолжаем игру. Я говорю, на фиолетово она ко мне пар. Что происходит? Жесть. Блин. Чё, получится, нет? А это не... Так, завалить. Получится, конечно, получится. Главное не тупить. Это что ты встала-то? Ну ё-моё, а? Ну вот, короче, не получилось у меня никак.
Вот мысли в этой серии не получается никак его удалить, поэтому я приношу это все на следующую серию. Кстати, кинжал 37 уровня у нас имеется, но это уже совсем другое. Что еще можно разобрать? Посох. Это можно разобрать. Короче, ладно, на следующей серии мы его удалим, короче. Всем спасибо, всем пока.